Уважаемые зрители, совсем скоро у нас наступит Новый год, и в эту ночь хотелось бы пожелать всего самого наилучшего и выпить за наш замечательный канал. Пить-то я буду. Новогодний стайл, и теперь можно начать поздравления всех и вся с Новым годом. С Новым годом, зрители канала, с Новым годом, представители канала в разных городах. Хотел бы я пожонглировать вам мандаринками, но не умею, к сожалению. Хотелось бы пожелать всем нашим зрителям здоровья, счастья, удачи и любви в Новом году. Пусть все ваши желания и мечты сбудутся, а все, что было херово в уходящем году, пускай там и остается, нефиг ему в следующий год переходить. Вот как, например, я сдал я сессию, осталась она в этом году, и все. Как мы можем видеть, снега у нас в этой ночью нет. Как это не прискорбно звучит. В этом году я снял для вас не такие уж интересные видео, как в прошлогодних годах. Но в следующем году вас ждет интереснейшее видео про Владивосток и также поездки в Абхазию на электричке. А что особенно хотелось бы отметить, это то, что наши представители в других городах сняли тоже свои обращения. Давайте их посмотрим. Здравствуйте, уважаемые зрители канала ЮрТВ. Этот год отмечен для меня именно знакомством с нашим с вами любимым каналом. И поэтому я поздравляю вас с Новым годом и с Рождеством. И желаю вам путешествовать и смотреть канал ЮрТВ, а также исполнение ваших самых заветных желаний. С вами была Ирина Курганова, канал ЮрТВ, Самара, Тольятти. С Новым годом! Здравствуйте, уважаемые зрители канала ЮрТВ. Я представитель города Москвы. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, удачи и творческих успехов. А главное, никогда не сдаваться. Добра и счастья вам, наступающим Новым годом. С праздником вас, дорогие зрители канала ЮрТВ! Ура! Товарищи, с Новым вас годом!